такое синергисты и зачем они нужны. Синергисты – это химические вещества, которые усиливают токсичность других веществ, сами при этом будучи практически неактивными. Синергисты практически не обладают самостоятельной инсектицидной активностью, но при этом блокируют специфические ферменты, которые детоксицируют инсектициды в организме членистоногих. Поэтому сочетание инсектицидов с синергистами применяют для борьбы с резистентными популяциями. Синергист от компании Desna Trade содержит сразу два синергиста. Это пипиронил-бутоксид 10% и дикарбоксимид 10%. Пипиронил-бутоксид или ППБ – это ингибитор монооксигеназ и карбоксиэстераз, разрушающих перитроиды в организме вредителей. Проще говоря, ППБ усиливает влияние синтетических перитроидов на нервную систему насекомых, блокируя их специфические ферменты. Этим он существенно увеличивает инсектицидный эффект перитроидов, кроме того, улучшает проницаемость инсектицида через кутикулу. Так, добавление ППБ к перитроидам ускоряет наступление паралича у тараканов в 2-5 раз. Для обезвреживания токсических веществ, попавших в организм, у большинства живых организмов есть так называемая микросомальная система. Эта система состоит из сложных ферментов, которые связываются с молекулами токсинов и позволяют их преобразовать в малотоксичные или нетоксичные вещества. Тем самым яд перерабатывается в организме вредителя и становится нетоксичным и безвредным для него. Дикарбоксимид действует таким образом, что он блокирует определенные ферменты этой микросомальной системы, тем самым не позволяя им обезвреживать попавшие в организм членистоногого, перитроиды и перитрины, благодаря чему он усиливает эффект этих веществ. В состав синергиста Desna Trade входит сразу два вещества с синергетическим эффектом. Это сделано потому, что ППБ часто встречается в бытовых инсектицидных баллончиках от насекомых, и поэтому есть высокий риск развития резистентности к пипиронил-бутоксиду. Поэтому наличие сразу двух веществ с синергетическим эффектом позволяет им работать независимо друг от друга и обеспечивать мощный инсектицидный эффект. Стоит отметить, что синергисты могут быть антагонистами к другим группам действующих веществ, поэтому синергист рекомендуется использовать с перитроидами или неоникотиноидами.